Здравствуйте, представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. В Прикамье в эти дни проходит этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования принимает часовой. Войти в число призеров удалось пермяку Раулю Шакирзянову. В гонке на 15 километров свободным стилем он показал второй результат. На 11,8 секунды он отстал от победителя Антона Шатагина, выступающего за Москву и Нижегородскую область. Шакирзянов в параллельном зачете представляет Пермский край и Мордовию. На чемпионате страны по фигурному катанию выступят прикамские фигуристы. Это Анастасия Полуянова и Максим Селькин. Они представят свои программы в соревнованиях спортивных пар. Добавлю, что национальный чемпионат в этом году примет Челябинск. Он пройдет с 20 по 25 декабря. В Перми состоялся очередной мультитурнир серии Гран-при Пермь-2016. Этот форум атлетов объединяет сразу несколько различных состязаний. Осенью этого года проект «Пермсила» провел первый этап Гран-при, который собрал приличное количество участников и зрителей. Зимний раунд также получился интересным. Награды разыграли в 6 дисциплинах. Это жим штанги лежа и русский жим, функциональное многоборье и воркаут, тяжелая атлетика и лог-лифт. Это мега-штанга с толстым грифом и колесами от внедорожника вместо привычных блинов. Побеждает тот, кто поднимет снаряд большее количество раз. Почему интересно наблюдать вот за такого рода упражнениями? Потому что, когда тянет человек штангу на один раз, он вытягивает или не вытягивает, и вся борьба вот она занимает несколько секунд. А здесь минуту, и видно, насколько человек терпелив, как он может вот это потерпеть, потому что к концу минуты тело превращается в одну сплошную судорогу, и это по человеку видно. Поэтому борьба очень интересна, и за ней очень интересно наблюдать. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.